Победа над бедностью – основная цель политики партии «Справедливая Россия за правду». Для поиска решений по этому вопросу Сергей Миронов провел онлайн-встречу с сотрудниками Российской Академии Наук. Я выступаю с предложением поэтапного введения базового дохода, когда на каждом этапе происходит расширение выплат, расширение покрытия, расширение размера. И, на мой взгляд, на первых нескольких этапах возможно сначала выплаты в размере половины прожиточного минимума на каждого ребенка в стране, на втором этапе на каждую мать и на третьем этапе также по половине прожиточного минимума на каждого отца. Сегодня нужно развивать внутренний рынок, тем самым создавая хорошие условия для предпринимательства и населения. Необходимы также отмены пенсионной реформы и пересмотр современной системы здравоохранения. Именно за это и борется «Справедливая Россия за правду». Все озвученные предложения станут основой законопроектов СР. Председатель партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов принял участие в парламентских слушаниях на тему «Законодательное регулирование в сфере здравоохранения. Необходимость или реальность?». Ключевая задача – обеспечить должное финансирование. СР предлагает увеличить его с 3,5% ВВП до 7%. Мне представляется, все-таки фонд обязательного медицинского страхования на сегодняшний день ненужное звено в обеспечении здравоохранения в нашей стране. Прямая обязанность в соответствии с Конституцией здравоохранения и народосбережения и защита здоровья народа. И вот этот посредник нам абсолютно не нужен. Многочисленные частные страховые компании также не должны присасываться к бюджету государства. Для улучшения ситуации в стране нужно проработать и лекарственное обеспечение. Сергей Миронов провел скайп с учеными по проблемам изменения климата. Основная причина – выброс углекислого газа в атмосферу. Причем ограничить этот процесс практически невозможно, а вот адаптировать можно попробовать. Необходимо реформирование климатической доктрины с тем, чтобы там необходимо указать совершенно роль естественных факторов. А естественный фактор – это солярная теория колебаний климата. Обсудили и Парижское соглашение. По мнению Сергея Миронова, этот документ скорее о глобальной экономике, чем о климате.